В Мурманском государственном техническом университете открыли персональную выставку картин Михаила Фокина, художника с северным характером. Марина Шумилова продолжит. Писать свои первые картины Михаил Фокин начал еще в детстве, и постепенно увлечение стало неотъемлемой частью его жизни. Времени на хобби категорически не хватало. В свободные часы художник занимался учебой, а после окончания университета – работой и семьей. Но выпустить из рук кисть он все равно не смог, поэтому часто творил ночами, забывая про сон. Результаты своих трудов Михаил решил показать в родном университете МГТУ. В последнее время почувствовал себя, что чего-то не хватает в жизни, и захотелось отразить это на холсте. Ну и раз за разом начало более-более получаться, и когда что-то начало получаться, решил ознакомить это немножко, показать это людям, тем более в своих родных пенатах, в Мореходке, где я учился, прожил, грубо говоря, 5 лет. В своей юности, таких самых хороших лет. МГТУ оставил Михаилу не только хорошие знания и воспоминания, но и верных товарищей, дружбу с которыми он пронес спустя много лет. С инициативой создать выставку выступили именно они. Идея выставки, она родилась в коллективе. У нас есть у выпускников 93-го года, 93-го, 94-го, судомеханического факультета, у нас есть группа, где мы общаемся между собой, обсуждаем какие-то свои проблемы, помогаем друг другу, стараемся помогать. И вот в этой группе, в которой мы общаемся, возникла идея сделать выставку Михаила. Художник признается, что конкретного направления в его творчестве нет, любит рисовать все. Но в большей степени Михаила привлекает тематика осени и моря. Его картины не только восхищают своим реализмом, но и вдохновляют других авторов. Среди таких работ «Неспокойная вахта», красота которой помогла родиться стихотворению. Полжизни от жизни дали, проводим их в дьявольской пляске у самого края земли. Здесь тучи смешались волнами, свинцовый кружа хоровод. Здесь отдыха нет лишь штормами, все время в борьбе пароход. Автор картин представил 2 экспозиции из 36 полотен. Размещены они в холлах корпусов В и Л университета. Мы хотим развивать и творческие способности у наших обучающихся и выпускников. И вот Михаил Фокин, художник, автор всех представленных произведений, он отличный пример того, что наши выпускники талантливы не только в профессиональной деятельности, но и в творчестве. Выставка картин Михаила Фокина в МГТУ будет экспонироваться до декабря текущего года.